принципиальная игра. Закончилась наша победа, мы очень рады, вот, что сыграли на ноль. В последних матчах было много положительных действий наших футболистов, взаимодействий, и в принципе играли хорошо, но никак не могли воплотить это в результат. Сегодня мы довольны, то, что забили два мяча, еще раз повторюсь, не пропустили. Ну и самое главное, качеством игры доволен. Постараемся сделать все возможное, чтобы подняться как можно выше в таблице. К этому есть предпосылки. Будем стараться работать.